там непонятно кто. Атрейдисы, да, игра такая еще. Это Юта Роман, который я не осилил. И в общем, это, на этой планете обнаружен спайс. Это вещество, с помощью которого переносятся какие-то там полеты, с помощью которого изобретаются, там, то есть, ну, это наркота галимая. За этот спайс начинается возня. То есть попадается вот третий сверхкасты, да, не оставить, семьи, три клана. И вот одни, и в одних из них происходило воспитание женщин. Ментально они там управляли, вот они обладали телепатией, ножами за этот наркоты, то есть правильное употребление разводило это. И у вас родился этот паренек, кого учили, он должен говорить с девочкой. А он родился в этом поколении, ему передавали это знание. Испытание проходило, там, блядь, палец или руку засовывает в коробку, там какая-то дикая боль, ему шепчет на ухо бабка там, с иглой, как она говорит, тебе крандец, тебе сейчас, если, блядь, отдергаешь руку, всякие испытания. И потом предательство, не предательство, и вот, короче, обожравшиеся вот этого спайса, у них синие глаза вот такие. И вот было еще это четвертое с разными типа. Фильм. Есть еще 70 какого-то года фильм. Есть, да, тоже. Ну, не 70, но может быть 70, да, это снял Линч, да, который, да, сумасшедший, да, режиссер. Да, да. Потом есть сериал «Дюна». Вот в этом фильме Линча снимался этот певец Никин какой-нибудь, блядь. Как «Деньги два ствола» он снимался. Английский певец. Не Стивен Кинг, а Стивен, да. Вот он там снимался это. Вот книгу прочитаешь, но он меня жестко выморозил, блядь, название имен, кланов, каст, там. Хрен выговоришь вообще просто. Но игра забавная. Да, вообще, да. Че, Романыч, ты кофе-то пьешь, нет, 14 лет? Да, пьешь? Блин, ну я против, конечно. Он же такой ход, ладно, кофейком взбодрись. Смотрите, план сейчас действует. Как ты думаешь, что можно в этом, вот ты занимался уже на этом, да, городочке, что можно здесь добавить, убрать, поменять, выше, ниже, в сторону, лево, право, куда переставить сейчас свой взгляд, есть у тебя? Обойди, посмотри, помни же, удобство, просто приколись. Мы-то знаем, что сейчас будет происходить, но может быть ты какую-то идею здравую дашь. Ну, раньше ты можешь какая-нибудь прыгнуть здесь хочешь? Давно здесь не летал? С лета еще, да, на это, если хочешь? Не, я был недавно, в принципе, наверное, месяц. А, да, что-то мероприятие же проводилось. Подумай, что можно было добавить. Мы хотим рукоход выше поднять. А ту лесенку, которая верхняя. Вот здесь выше вот это... Хорошо, да? Да, ее снимали, потом мы ее решили поставить, поставили на самый верх. Вот эту на самый верх, под которым ты стоишь, нежелательно ставить, потому что потолок уже был пробит. Николай Алексеевич переживал. Да, я знаю, слава. Да, поэтому здесь солнышко крутить не надо, но только перекладину повесили. Что ты думаешь по этому? Обрати внимание на вон тот угол. Видишь, где колесо ставит, да, где там раньше было это, вот это стол, да? Стол, а да. Вот подойди к брусьям, посмотри, удобство у тебя как есть. Одни и другие. Раньше помнишь, как они были? Раньше. А сейчас, наверное, посмотришь и сразу поймешь, как они были раньше. Сейчас трясутся. Она тебе впереди рядом с тобой, которая? Шире стали. Шире, да? Почему такой? Как, что могло произойти, что они стали шире? Переставили другую, как бы... Тогда, получается, одна стала уже, да, на которой ты, да, сейчас первым занимался? Вот которая уже, удобна тебе? Уже, наверное, поудобнее будет. Ну да, поудобнее, тут будет тяжелее делать конскоски. Лучше будет делать на этой конскоске. А по анистатике лучше будет на этой. Молодец. Так, колесо, ну колесо упражнений в углу, это там есть тоже набор упражнений. Тебе сейчас пока, а может, интересно будет? Давай там и с молотом. Что смотрим дальше, как еще? Что думаешь, надо бы сделать, не надо? Вот предложение сейчас общее у нас, у меня к Сергею Сергеевичу. И, возможно, к тебе, зависит, сам ты выберешь, кому поможешь. Надо взять будет пылесос. Серый, опять, исходя из того, что я могу пропылесосить, но исходя из того, что я чуть-чуть ростом повыше, мне будет удобнее помогать Денису. Хотя можно стул тебе поставить. Я предлагаю тебе с Романом, сейчас пока мы будем раскручивать, я помогу убрать маты, а вы с Романом пропылесосите. Можно по очереди. Ничего поднимать не надо, кроме матов. Нормалек, справишься? Потому что мы с Серым тогда... Ром, ты помнишь, где пылесос стоит? В комнате, где охранишься? А, да. Серег, обуешься? Возьмешь? В ту комнату зайдешь, фонарик возьми, телефон, я не знаю, там свет включается или нет. Я пока убираю. Это вот как прямо идет охранническая комната, а это направо, да. Посмотри, может, там еще что полезного есть.
зал. Ты их просто подавай мне. Ты родителям сказал, что сюда пойдешь? Да, да. Точно? Мне, в принципе, да. Мне можно говорить, в принципе, где хочу. Главное, чтобы до 9, чтобы в 9 был дома. Молодец, молодец, все. Или 10. Давай, прям, ты их можешь сюда прям бросать, а я... Оп, сильный скрипач. Сильный попался, скрипач. Сильный скрипач. Гусляр тебе, да? Гусляр. Зашел, говорит, скрипку себя в грудь. У тебя же не скрипач, я. Разбил скрипку об свою грудь, да? И сказал, что теперь он гусляр. Снял очки, топтал в землю. И сказал, что теперь он гусляр. Оп. Да. Разрешается и снова на развалинах и пепле сможешь действовать, или будешь действовать, или даже можешь действовать со стопом. Вообще он уже оставил. А обувь. Ребята, обувь уже видят. Как это говорили, когда бабосик у него были, чехол за Артем надо пошить. Нет, он не захотел. Сэкономить захотел, но такого вообще не захотел. Не, эти оставь тоже, наверное, пропылесосим, дайте, мам. Ну их там вот туда давай вытащим. Ага. Нет, давай пока здесь оставим, они начнут пылесосить здесь, а потом сдвигаем по ходу пьесы, да. Сейчас я Илюшке позвоню. Ладушке. Ты скажи, что, будем вот этот рукоход выше? Выше, думаете? Да, да, выше 100%. Потому что у него будут висеть петли. У нас одна из самых интереснейших штук. Петли не задействована. Так, это вот это. Кто первый? Кто первый? Давай я начну. Сейчас. А, серый, надо проверить, смотри. Артем говорил, проверить фильтр. Под фильтром стоит коробочек. Незабитый ли и коробочек, чтобы не вывалился. Иначе фильтр что-то не будет этот. Он говорит, ты знаешь, как ты видел, типа того. Я? Да, когда Артем что-то сделал, с Захаром они делали, вроде бы ты видел. Он говорит, либо барабанщик знает, либо Петр. Вот она открывается. Ну, как открывается, я могу догадаться, сколько так. Это бачок, он пустой, да? Класс, коробка нету нигде. А где, интересно, должен был? Люк тоже трубку не берет. Ну, ты не видишь коробок? Я не вижу. Если вот еще здесь, по-моему, а, это стоит. Тоже что-то подходит. Коробков нет. Ну ладно, попробуем. Это вот получается, это откуда вот грязь, да, будет собираться, да, сюда? Ну вообще вот там, да, вот тут есть уже пыль, вот пылесосили. А вытряхивать его как? Грязь. Вытряхивать его открывают? Вот, наверное, наверное, вот здесь вот. И там коробок где-то стоит. Тихо, не вывалить, чтобы не вывалиться. Ладно, не трогай. Уши давай. Уши вот так нажать. Уши нажать. Толкать. Нажать и толкни вниз попробуй. Ага. О. Ага, мусор. Вот даже деньги. Деньги? Деньги доставай. Деньги 2 рубля. Свежие. Илья, да, трубку не берет. Ну ладно, Кузнецов. Вот и примат, блядь, понимаете? Вот и примат. Тут ребята с Саратова ездят, да. А этот Покровчанин висеть не может приехать. Ну что за 27 лет обалдели. Илюха, где тут, блядь? Камеру посмотришь, собака, блядь, очкастая. Значит, что я тебе это в лицо скажу, блядь? Пиздец. Не, Роман, я подумаю, я не то, что ругаюсь. Просто он в этом зале... Илья Кузнецов, знаешь такой? Да, да. Он в этом зале, у него ребят приходят, дети занимаются, да?
У тебя сюда дети не приходят, друзья там, братья не занимаются, да? Ты сам сюда там, ну, в какое-то время можешь приехать. Ну, у него туда приходят, занимаются, блядь, неужели не мог время найти, да, там, часочек затратить? Какой вообще? Зато баблишка любит стричься, зато баблишка любит собирать, да, считаться суперматерами этими промоутерами, да, или как серый, кто они называются, кто продвигает. А, я понял. Ну, промоутеры это... Проматывают. Это вот рекламщики. Промучивают. Да. Промоутеры, промучивают. Да, облака сити. Так, стул раз, стул второй. А, удлинитель, стойте, есть удлинитель, погодите, серый. Я же принес с собой удлинитель. Вот нам сюда нужен сейф или ящик, чтобы не носить постоянно всякое. О, штабной. Благодарю. Ну так. Ух, годовой, блядь, запас пыли. Про запас. Да. Роман, да. Ты «Матрицу» смотрел кино? Нет. Ты знаешь, такой фильм «Матрица» есть? Смотрел? Первую «Матрицу» не смотрел? Ну ладно, допустим, еще... он еще юн просто. Я думаю, хочешь участвовать в розыгрыше билетов на «Матрицу»? Ничего, за это ничего платить не надо, надо просто уметь подтягиваться, отжиматься, всякие трюки делать. Ну, умею. Да? Мы организуем тут среди наших ребятней вот этот вот розыгрыш, когда фильм выходит. Ну, не надо премьеру, нам надо сходить посмотреть, там никакой шляпы не будет, потом, чтобы вы спокойно пошли, а? Без всякого. Хорошо на Mortal Kombat играть. Ты был, когда мы хотели на Mortal Kombat разыграть? По зиме это еще было. Нет, хорошо, что никто не пошел. Первый тысяч такой. Редкостный. Что ты? Давай. Крути. Давай я покручу. Так.
со втором. Можно снимать. Раскрутку можно оставить чуть-чуть прям. Волк там, ну все. Даже можно волк играет. Да. Знаете,
сегодня все раскрутили. Серый, да хорош, ты чего уже, дальше все раскрутили. А че, блин? Че мы хотели, да? Мы же это хотели.
пластины, и ты берешь на ним. Ну, параллельно. Thank you.
я представляю, ну, Лерам, трампочек, путинщик, с вами целый день, вообще жесть, жесть. А там все было отдельно, вот так вот, конечно, мы там потом все ходим. Не чувствую, ничего. Но не знаю, отдыхать. Все понятно. Да я дотяну сейчас, 300.